мы собрали настоящее созвездие актеров мирового кино. Катрин Денёв, Шэрон Стоун, Кевин Костнер. Здесь довольно многолюдно. Морган Фримен, Брэдли Купер, Роберт Де Ниро, Сильвестр Сталлоне, Брюс Уиллис. Все верно, в таком порядке. По-настоящему культовое. Ничто и не меняется. Лучшие из лучших. А я босс? Да, однозначно. Не пропусти встречу с вашими любимыми актерами на нашем телеканале. Жаль, что нельзя остановить время и вернуть все назад, чтобы исправить предыдущие ошибки. Жизнь не дает второго шанса. Поэтому живи сердцем. Доверяй своему сердцу. Делай все, чтобы добиться своей цели. Никогда не опускай руки. Хит Леджер. Фильм «Особо важное задание». Режиссер Евгений Матвеев. В 1981 году картину посмотрели 43 миллиона 300 тысяч зрителей. Сюжет. Конец декабря 1941 года. На собрании главных специалистов завода главный инженер Сергей Кириллов зачитывает срочную телеграмму от самого Сталина. В ней говорится, что штурмовики Ил-2 нужны Красной Армии как хлеб и воздух. Нужно сделать невозможное. К концу декабря 1941 года, то есть за неделю, довести производство Ил-2 до 3 штук в сутки. Сейчас завод еле успевает делать один самолет в день. Не хватает помещений и 8 тысяч рабочих рук, которые тут же решают искать по деревням. В производственных цехах работа кипит и днем, и ночью. От такой спешки резко падает качество производства. Негативные отзывы с фронта не заставляют себя долго ждать. Это был первый фильм, которому была устроена всесоюзная премьера. Прообразом для сюжета фильма стал авиационный завод номер 18, эвакуированный в 1941 году из Воронежа в Куйбышев и там в кратчайшие сроки развернувший серийный выпуск штурмовиков Ил-2. Евгению Матвееву, режиссеру фильма, при утверждении сценария пришлось серьезно побороться за некоторые эпизоды, которые цензура не хотела пропускать. Арест Кириллова и обвинение в шпионаже. Конфликт директора с заместителем по кадрам Матейкиным, который намекает, что на эту должность его не Кириллов назначил. Отстоять все эти сцены удалось, и в этом заслуга Евгения Матвеева. Не принято было в советском кино того времени рассказывать, чем часто занимались органы госбезопасности на военных заводах. И то, что эти сцены есть в фильме, заслуживает большого уважения. Боишься – не делай. Делаешь – не бойся. Сделал – не сожалей. Чингисхан. Марио Чикигори представляет Андриано Челентано, Арнелло Мут.